США признает токены ценными бумагами наравне с акциями, сообщает newsbitcoin.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала официальное заявление, указывающее, что при выходе компаний на биржу токены следует считать ценными бумагами наравне с акциями. Компании, которые выпускают активы, основанные на технологии блокчейн или на распределенном реестре, должны регистрировать сделки, если к ним не применяются исключения. Биржи, торгующие такими активами, тоже должны быть официально зарегистрированы. Также комиссия предупредила, что федеральные законы о ценных бумагах распространяются на все сделки с активами в США, вне зависимости от того, реально организация или виртуально.